Приветствую вас, дорогие мои подписчики! Меня зовут Вера, и сегодня я хочу вам показать результат моего эксперимента. 4 месяца назад мне на работе коллега отдала умирающую фиалку. Об этом вы можете посмотреть видео. Я там рассказала, что я сделала с ней. И вот так получилось в связи с болезнью с моей. Прошло 4 месяца. И вчера, наконец-то, я нашла в себе силы и желание заняться своими любимыми фиалками. И увидела вот это чудо. Это киска Алиска. Когда я ее садила, у нее было 4 листочка, и листочки были все не очень хорошего качества. 2 листочка у меня отгнили, и я уже думала, что ничего не получится с реанимацией. И вдруг на пенечке начал расти пасынок, посмотрите. То есть это не фиалочка выросла, а это вырос пасынок, который сейчас мне нужно будет отделить и укоренить. И надеюсь, мы с вами увидим, как эта фиалочка цветет. То есть эксперимент получается практически удался. Ну что ж, давайте приступим. Для удобства я вытащу из стаканчика. Так, для этого мне понадобится ножик. Просто его пасынок надо срезать. Прошу прощения за шум холодильника. Снимаю на кухне. В этом году я купила холодильник No Frost. Ему уже 3 месяца, и в ближайшее время я хотела снять видеообзор данного холодильника. Это мы немножко отвлеклись. Давайте посмотрим на этот замечательный пасынок, который выглядит уже как довольно взрослая деточка. Так, часть листочков мне нужно будет удалить для того, чтобы образовался небольшой черенок, за счет которого растение будет держаться в грунте. Так, очень жалко удалять, конечно, но придется. Будем убирать так, чтобы сохранить маломальскую симметрию. Хотя, в принципе, листья нарастают быстро. Немножко зачищу стволик. Этот листочек убрать. Стволик, конечно, получается маленький, но если он не будет держаться, я его закреплю зубочистками. Гроните. Так, вот такая вот розеточка получается. Пусть немножко подсыхает, а мы пока подготовим грунт для посадки. Стаканчик я уже подписала, стаканчик 50 миллилитров, это киска Алиска.
продела фитиль, вставила в стаканчик. Проливаем землю до тех пор, пока водичка не закапает в стаканчик. Так. Даже можно немножко подсыпать земли. Делаю небольшое отверстие. Ну, киска Алиска, с Богом. Неужели ты нас порадуешь своим цветением? Ну вот и все. Всем желаю здоровья, не болеть, заниматься своим любимым делом. До скорых встреч. До свидания.